Дорогие друзья, я вновь вас приветствую на своем канале. Как вы помните, мой канал не только о вязании, но и вообще о всей моей жизни. И в моей жизни присутствует очень много всего. Сегодня я вот буквально недавно пришла из пункта выдачи Валберис и принесла вот такие замечательные две упаковочки. И как вы думаете, что это такое? Это такие предметы, да, конструкторы 3D от компании Обрикс. И я предлагаю тренировать свои руки и голову не только вязанием, но еще и вот подобного рода конструкторами, ну и не только конструкторами. Значит, вы можете пройти по ссылочкам, которые будут оставлены под этим видео, и посмотреть, какое разнообразие представлено компанией, что вы можете собрать. И там не только такие конструкторы, ну и алмазная вышивка. Сейчас очень большие скидки, прям что называется, очень большие скидки. Так что я предлагаю посмотреть, что это такое. И я сейчас по-быстрому соберу и покажу вам. Ну, как вы поняли, это такой вот органайзер. Как он собирается? Собирается без склеивания, вроде как должен собраться быстро. И мы сейчас посмотрим, как это будет происходить. Не знаю, как вы, а я люблю разного рода головоломки. И, конечно же, в игры разные играю, которые там логические и прочее. Ну, и, в общем, была очень рада тому, что, как вы поняли, в рамках сотрудничества мне предложили вот такие 3D-конструкторы. И так как сейчас идут праздники, да, я решила и себе сделать небольшой подарок, ну и, как говорится, моему цыганенку. Вот, что у нас находится в коробочке, что находилось? Вот такие две деревянные штучки. Я так понимаю, что на них будут крепиться наши картонки. Это такой вот плотный картон. Да, прямо интересно, что будет получаться. Я думаю, что и вам тоже будет это интересно. Значит, здесь у нас написано Street Art Organizer, картонный 3D пазл. Вот. Посмотрим, будет ли он так выглядеть. У меня, как вы знаете, в баночке стоят крючки, там спицы, да? Возможно, теперь они найдут себе другой домик. Здесь у нас инструкция, и нужно все делать по инструкции, тогда все получится. И что у нас тут? Значит, это вот такие картонные трафареты, да? Наверное, их так назвать. Так, у нас получается 41 лист, да? Или 41 трафарет. Посмотрим, что с обратной стороны. Тоже, ну, это, наверное, просто для фиксации. Так, здесь тоже никакой информации нет. Так, что тут у нас по этой стороне? О, даже кирпичики какие-то. В общем, нужно мне разобраться. Потому что, конечно же, зачем додумывать, когда уже все есть. Так, и что у нас здесь написано? Так, надеть деталь 2. На оба стержня зафиксировать деталь, сдвинуть ее в прорезь на стержне. И все здесь показано. Вот у нас деталь 2. Да, это все выдавливается. Здесь я приготовила, вооружилась ножницами. Конечно же, я буду это все делать аккуратно, потому что, как бы, когда я не знаю, да, мне кажется, что это будет... ну, мало ли, я могу где-то что-то не так сделать. Так. Вот уже неправильно я делаю, да? Все правильно я делала. Прям испугалась. Вот видите, здесь все. И вот так вот потом выдавливается. Оказывается, не надо пугаться, надо просто делать. И все. Смотрите, какая получилась красота. И затем
Значит, еще раз смотрим, как у нас фиксируется. Так, вот так, насколько я поняла. Показала вам, как надо или не как надо. Вот так вот. С одной стороны хорошо, плотно надо зафиксировать. И вверху, я так понимаю, что в эту сторону, наверное, или туда же, или так же. Вот так вот. Так, ну, в общем, буду продолжать. Тут у нас написано, что следующее. Надеть деталь 1 на стержни, что я и сделала, да? И теперь третье. При необходимости приклеить фигурки на детали 2 к фону детали 3. Последовательно надеть на стержни детали с 3 до 75. О, ну это просто. Сейчас я найду, что, к чему и почему, и буду это делать. Thank you.
Итак, дорогие друзья, один готов. Вот так он выглядит. Посмотрите, как бликует. Вот здесь что-то я не могу зацепить. Либо надо немножко приклеить. Что-то он у меня здесь не держится. Наверное, все-таки придется клеем немножко поработать. Хотя здесь и написано, что при необходимости приклеить. Вот здесь, наверное, нужно вот эти крайние закрепить. Потому что это зафиксировано, потому что одето. А вот эти краешки надо немножко проклеить. Вот такая бабулечка здесь убирает. Метелочка, совочек. Ну, а здесь я не знаю, что это такое. Здесь девочка. Сердечко или мячик, или еще что-то. Смотрите, как она бликует. Здесь мальчик спрятал там что-то, цветочки, что ли. А у девочки что-то в руках, тоже непонятно, что это такое, но что-то есть. И вот такой вот друг. Тут я придавливала немножко картон тоже. И здесь вот сюда вставляется, ну, например, вот ножницы вставил. Сейчас я отодвину. Вот так вот положу сюда потом спицы свои, крючочки. И будет у меня такой замечательный органайзер. Так что, друзья мои, берем, дерзаем, собираем, упражняем свою голову. Но это, конечно же, еще не все. Очень интересно я провела время. Кстати, быстро собрала. Я почему-то думала, что ну, гораздо дольше времени потребуется. Но когда уже разобралась, работа пошла быстрее, выдавливать стала быстрее. Думаю, что второй соберу еще быстрее.